Завершение строительства автомагистрали Кемерово-Новокузнецк осталось 3 месяца и чуть больше 15 километров. На помощь профессиональным строителям приехали представители российского студенческого отряда. Задача поставлена, фронт работы уже известен. Некоторые виды работ нам уже известны. Это покраска забора, который идет вдоль автомагистрали, отсыпка куветов щебнем, планировка земли и установка лотков водосточных. Сегодня прибыли первые бойцы из Кемерово. В течение месяца к ним прибавятся студенты из других регионов страны. В основном это представители Сибирского федерального округа, студенты Кемерово, Томска, Алтая, Омска, республик Хакасии и Тыва. Нам это своеобразную гордость придает, что мы работаем на завершении участка столь долгого проекта. Настроены вообще позитивно на новый фронт работы. Я думаю, что все получится, потому что я участвовал в строительстве второго участка еще, магистрали. Вот. Сейчас мы строим, получается, третий участок, развязку. Я думаю, что все будет так же, как и в прошлый раз. Что круто. В прошлый раз у нас была планировка земли и георешетка. Засыпали щебнем. И то есть сейчас, когда приезжаем, это километр, который делали, мы работали. Впереди ребят ждут 3 рабочих месяца. Оценить свой вклад в строительство и проехать по новой высокоскоростной трассе студенты и жители Кузбасса смогут уже в середине августа. Анна Шурко, Василий Обухов, Ленинск ТВ.